Росдор Австралии на протяжении прошедшего дня смог войти в коррекцию. Таким образом, сказал о личном желании консолидироваться. Торговый диапазон не был выше 110 пунктов. В то же время ступень лоу упала к минимуму 0,7857. При этом хай уровень, входя в коррекцию, вырос до максимума 0,7966. Сейчас рассматривается торговля в границах облака и Шимоку. В рынок не входим. Ауди доллар продолжает рост. Валютная пара продолжила восстановление во вторник. Два дня к ряду после достижения минимума за 5,5 лет во время открытия в понедельник. В Европе валютная пара обрела толчок к росту, выросши на полпозиции, коснувшись четырехдневного максимума 0,7967. После этого она утратила импульс. В настоящее время сама пара продается около 0,7950 с возрастанием на 0,34%, рассказывают аналитики брокера Forex Trend. Ближайшее сопротивление 0,8-0,4. Американский доллар явно ослаб против ключевых валют, исключая франк, в ожидании решения ФОМС. Игроки хотят посмотреть, как ФРС ответит на решение иных центробанков, сохранит ли нынешний курс. Заказы на товары долгого пользования в Штатах в декабре упали и неожиданно сократились на 3,4%. При этом не оправдался прогноз прироста на 0,5%, упавший от прошлого значения на минус 2,7% пересмотренного к падению. Больше всего упали заказы в транспортной сфере, в декабре просев на 9,2%. Заказы без непосредственного учета транспортных также просели на 0,8% против пересмотренного к падению на 1,3% в ноябре.